Так, вот такая вот радиостанция в отличном состоянии. Тангента такая вот, как новая прямо. Onvo MK3. Такой аппарат. Опять же говорю, в отличном состоянии. Сейчас покажу, что в середине. Момент. Так, вот шильдик, название ее. Как новое. Сейчас покажу потроха. Так, вот ее внутренности. Процессор, я так понимаю. Если это можно назвать процессором, Sanyo. Кварцевый фильтр по 10,7. Не копанная, не паянная. Сейчас включу, продемонстрирую, как она работает. Так, идет сразу она с этим скреплением, чтобы, так сказать, подключать, ну, скоба, чтобы вешать на автомобиль. Так, включим сейчас ее. Она у нас имеет два вида модуляции. AM/CM. Для того, чтобы с дальнобойщиками общаться. Ну и каналы там 19-9. Это аварийные. Ну и все остальные. Так. Шумодав. Вот у нас АМ. Так, вот она работает на передачу. Покажу сейчас. Встану 31. Так, вот 31. Вот я нажался. Секунда. Так, вот я нажимаюсь. 1, 1, 1, 2, 3. Раз, два, три. Вот работает она. На передачу. На прием. Сейчас сделаем. Так, это уже я включаюсь. А, о, чеми. Так. Сейчас послушаем таксистов, если будет. Так, вот каналы переключаются этими кнопками. Вниз-вверх. Вот так переключаются каналы.